Всем привет! Вы смотрите канал Сам ТВ, и с вами я, Санёк. Мы возвращаемся в Mist Survival. В прошлой серии я отгреб таких пиндюлей. Так, вот это мы возьмем, и вот это мы тоже возьмем. От медведя, от зомбачья какого-то. Поэтому нам надо быстро, быстро найти убежище. Но нам нужен спальный мешок, и потом... и к спальному мешку нужно будет найти убежище. Но чтобы найти убежище и сделать спальный мешок, мне нужно... это что у нас? Это швейный набор, много перьев и тряпки, да, получается? Поэтому давайте не пропускать. Обязательно не... Вот. А, это камни. Ладно, камни камнями. Я начал еще... Ладно, листочки тоже возьмем. И камни возьмем. Начал заново. Опа. А, это ветка. Опа, мотель. А вот мотель это хар... Во, вот это нам нужно. Так, давайте не будем бегать. Ой, здесь камней всякого барахла до хрена и больше. Вот это что такое? Какие-то голубые ягоды. Да? Блюберри. Да, голубые ягоды. Там, кстати, можно было машину сделать. Где-то я находил машину. А, я же, это ж другая уже часть. Можно эти обследовать? Да, можно. Опа. 6 литров топлива. А ну, а здесь? Кока-кола. А ну, бери все. Так, давайте вот это мы сразу сожрем. И вот это... Ничего нам не напрягает? Те говно эти вишни или что это, голубые ягоды, толку от них. Опа, таблетки, антибиотики, хорошо. А по машинам здесь есть что-нибудь остается? О, тут бензин. Чего? Фильтр? А, это эти. Перья. Во, нормалек. Мы, по ходу дела, здесь где-то сможем... Давайте обыскивать машины. Здесь где-то сможем и заночевать. Опа. Хавчик, спички. Хавчик это хорошо, спички тоже хорошо. Опа. Здрасте. Кока-колу возьмем. Опа. Свеча. Свеча нам не помешает. А ты ее снимаешь? Нихера себе, ну у тебя еще время занимает. Так, листочки нам нахер не нужны. Палки пока тоже нахер не нужны. Так, нам нужны спички. Мне нужны, 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 нужны. Эй, а что ты не открываешься? Беда. Компоненты, давайте возьмем. Не знаю, для чего они пока. Но для чего-то можно взять. Нет, здесь нету ничего. Если мы сейчас... О, давайте еще... Не понял. А, ты поменялась, что ли? А нахер нам две свечи? Ну, это лучше, я взял лучше, которую. Хорошо, давайте смотреть по машинам. В машинах ничего нету. Это металлолом какой-то. Тут номера в мотеле. Можно полазить. Чё такое? Тихо, опять зомбачьё, что ли? Да нет, там нет никого. Спокойненько. Где-то слева. А, где-то в здании, что ли. Так, главное на них не нарваться. Блин. Видно кого-нибудь? Никого не вижу. Блядь, где-то рычат. Тут жалюзями завешено все. Тут какие-то жалюзи висят. И они, кстати, мешают... обзору. Ага, все, не рычат. Значит, где-то... Походу дела, где-то на втором этаже. Опа, металлолом. А, вот скраб. Чего? Ой, бля, я уже забитый полностью. Нахер мне камни? О, веревку можно сделать. Давайте яблочко сточим.
Хорош. И жидкость пополняется, и еда пополняется. Хорошо. Это мы возьмем. Ты уже забил полностью? А нет. А сколько в стаке? Стакаться должно оно. Это что тут такое? Это палка. Нахер нам палка. Палка-копалка. Не дай бог, сейчас выскочат какие-нибудь эти темномазенькие, черномазенькие товарищи, которые уже по чуть-чуть загнивают. А, они, по ходу дела, в закрытых. Нет никого, не слышу. Хорошо, что я здесь никого не слышу. Раз я здесь никого не слышу, значит здесь... Опа, колесо. Колесо, это хорошо. Что-то как-то маловато здесь ресурсов. Хотя у меня уже и места в инвентаре нету. Опа, спасибо. А что мне с этим делать? Зачем мне этот металл? Давайте, знаете что? В какую-нибудь из машин... О, аккумулятор. Так. Что нам выкинуть? Что нам выкинуть? Давайте колу примем. Ух, нихера себе, она быстро много чего добавляет. Аккумуляторик давайте снимем. Так, лишь бы сейчас не пришел... туман этот. Так, тут пусто. Не, все машины. Походу дела, короче, которые... Да ладно, еще колесо. Раз, у меня есть, два, три. Давайте, знаете что? Мы здесь на этом мотеле сбросим еще вот это колесо. Опа. Здесь их будет три колеса. Давайте обследовать. Или здесь где-то эти зомбачье бродит. 103 номер. Нет, здесь глухо. Я их не слышу. А если я их не слышу, то значит никого и нету. Сральник. Тут чисто так хорошо. Кто-то прибирает, что ли, приходит. Ну, как бы почти чисто. Тьфу, я думал, таракан какой-то пробежал. Это так прорисовываются текстурки. Опачки. Во! Точно, они где-то... Либо... Бля, если они в соседнем доме... Ой, в соседнем номере, тогда мне жопа. А, у меня ни конфетки, ничего нету. Говорится, и угостить нечем. О, тут окна просматривают. Ёпамать, все в кровище. Где-то они на втором этаже стопудово. По бутылка. А бутылка нахера? Ой, чё вы так рычите-то, сволочи? Мне бутылка пока по рецептам нахер не нужна. Значит, я ее пока даже не буду брать. Оп, хорошо. Блять, в натуре, вот они здесь. Это возьмем, это возьмем. Не, нахер отсюда надо текать. Так, запомнили, колеса у нас там есть. Давайте вдоль дороги, короче. Походу дела, вот ту машину можно починить. Они отмечаются, я посмотрел, они отмечаются. Давайте попробуем в нее аккумулятор. Короче, вот эти нерабочие, потому что они вообще сдохшие, как. Да, эти сдохшие. Вот эти машинки отмечаются, что на них можно произвести ремонт, что ли. Опа, движок. Че мне выкинуть? Ты это выкинь нахер. Снимай движок. Нахер. Тьма пришла. Твою мать. Твою мать, вон стоит уже. Ой, блядь. Тихо. Ай-яй-яй, фэ, драйв. Все, тихо. Охереть. И что нам с ними делать? Так, а мы прям так вот и запишем. Подождите. Вторая. Превьюшка. Девятая минута. Харю-то вы его увидели? Тут курица где-то бродит. А что делать-то?
Эрлайт. Я пока вообще не знаю, что делать мне. Что у меня по статусу? А ты можешь вообще посмотреть статус свой? Не заводится. Во, музыка напрягает. Как вылезти? Ф? Открой нахер. Тихо, тихо, тихо. Ты чё, завис? Ф. Где этот хмырёныш? Тихо! О, прошла музло. Тихо, 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 тихо. Нет, не... Тихо, тихо, тихо. А, вот еще один, ёб твою мать. Вот и вопрос. И что делать? Я здесь не... Е, Р, Спейс. Чё? Так, Е это запустить мотор, по ходу дела. Р это свет, но он не работает. Брейк, не знаю для чего брейк. А, брейк это тормоз, что ли? Ну твою мать. Не. И что мы с ними будем делать? Дожидаться как-то. Ну где? Где ты? Опа, не слышу больше. Блять! Тихо, 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 тихо. Ай, блядь! Все тихо, спокойненько. Хорош! Хорош ломать машину. Машину хорош ломать. Иди отсюда. Твою мать, я весь покоцанный. Либо я сейчас сдохну. Не, я не хочу терять, тут у меня движок какой-то. Давайте подождем. Музыка должна хорош нагнетать. Может, они уйдут подальше куда-то? У меня нога покоцана. Кровотечение раз, кровотечение два. На руке какое-то кровотечение. Его перебинтовать бы надо. Все. Твою мать. Не, ну это дело не дело вообще. Ой, ты чё? Ты чё вывалился туда? Охереть. Я понял, он, короче, сдох. Фу, хорошо, движок не потерял. Только я потерял эту пилу. А, не, пила у меня есть. Он этот потерял. Проценты. Давайте поспим. Как тут? Может, пройдет эта вся херня? Спит, спит, красота. Ой, и музычка закончилась. Так. Ладно. О, он даже перебинтовался. А, он лечится. Он когда поспал, он лечится. Ясно. Так, мотель там. Это палка, пока мне палка нахер не нужна. У меня лука даже нету. Медведь. Тихо, спокойно. А чё ты раньше ко мне не приходил? Помог бы мне пацанов отбить. Как бы. Тоже, блядь, плюшевая тварь. Так, в мотеле. Можно, подождите. Давайте я сразу заберу. У меня тут места хватает. Я сейчас все колеса загребу. Да, тут три колеса лежит. Попробуем смонтировать их. Смонтировать, как и видосы. Раз, два, три. Так, тут пацаны какие-то сидят. Ну я пока... Да, сидят? Да, где-то сидят. Вон они ходят. Ну тут дверь-то закрыта. Я надеюсь, они не выйдут. Тут не вижу никого. Спокойно. Тут нет никого. Ну, на всякий пожарный, давайте так. Оп. Тикай, тикай, тикай. Потихой, 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 пойдем. Нахер эти бутылки? Непонятно пока. Опа. Ага, херушки. Опа. Пейнкиллер это обезболивающее, да? Я так понимаю. Тихо, 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 тихо.
Опачки. Шоколадный батончик. О, и аккумулятор. Хорош. Так, спокойно. А ну, проверяем еще раз. А, вот, смотрите, здесь кровище. И походу делать... Да, вон чувак стоит. Не, мы сюда не пойдем. А вот этот, я надеюсь, пустой. Тихо-тихо. Не дай бог, они двери умеют открывать. Тогда будет жопа. Нет, это не надо нам. Возьмем, возьмем. Это тоже возьмем. О! Блин. Что мне не нужно? Что мне пока... О, у меня два аккумулятора. Давайте мы пока сюда положим. Это мы возьмем. Рычат где-то. Камни, нахер идите. Вот так вот. Да, где-то за стеной там, сволота. Влазит, влазит. Рефреш. Перезагрузка. А ну-ка, слышишь, а если принять? А, так оно уже лечится. Хорошо. Шоколадный батончик. Что у нас по статусу? Хорошо, значит, надо... давай батончик сожрем. Хавай батончик. Чтоб ты у меня не это. Вот еще один батончик. Угу. И там еще кола есть. Вот колу мы возьмем и тоже хлебанем. Хорош, полностью. Вот только вопрос жизни там, или восстанавливается или нет. Во, на всякий пожарный возьмем вот эту херь. Так. Сука, вон они в натуре. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Даже не выходить оттуда. Во, нормалек. Погнали. Ага. А, оно набирается, типа он лечится. Так. Хрена себе там эти вентиляционные, как их хренотени эти. Ветряки, короче, стоят. Значит, и туда тоже можно будет. А в баках что-нибудь? Опа. В баках ничего нету. Да. Они в той закрытой комнате сидят. Но мы к ним пока даже не пойдем. Так, значит, пробуем монтировать на машину колеса, движок. А, во, кстати, мои вещи валяются. Да? Да. Ой, красота. То есть я могу вернуться и соб... А это топливо. Кстати, топливо это хорошо. Так, свечу. Сюда, да? Да. Аккумулятор. Аккумулятор, вижу. Движочек еще надо будет. Мне канистра... Бля, одного колеса не хватает. Канистр, здесь топлива нету в ней. Топлива нет в машине. Ти, нам одно колесо надо. И залить как-то топливо. А как мне залить топливо? А я могу кани... Да ладно. Чё там? Металл. Да ладно. Давай, это наша будет тачка. Сюда все перекладываем. Абы не потерять. Так, нет, бинт не нужен. Спички тоже нужны. А, вот топливо. Чё там? А, как мне его взять? Опа. А как оно все под машиной оказалось? Антибиотики еще. Вот же топливо. Ну. А, это масло животных. Отличное топливо для огня. Ясно. Значит, перекидываем пока. Это значит нам не нужно. Вот это сюда. Эти обезболивающие и антибиотики. Хорошо.
Это что там такое беленькое? Кстати, нога почти залечилась. Что такое? Подожди, а что с тобой случилось? По статусу. Вот. Во, перематывайся. Вот это ты молодец. А что ты сразу не говоришь, что тебе хер... О, вон там еще здания какие-то. О, сейчас мы... Чего? А, это курица. Да ладно. Иди сюда, сволочь. На, хер. Опачки. Опа, опачки. Это хорошие или плохие? Но они с оружием стоят. Походу дела, это поселение, которое мне не нужно заходить пока. Если это выживалку, то нам надо их мочкануть, что ли. О, машина, мы ее не облутали еще. Кстати, о птичках. Или облутали, не помню. Нет, здесь пусто. Тю, я думал, что там на заднем сиденье. Это какая-то трава там прорезрастает. Хорошо, пошли. О, там еще одна машина, которую можно то ли починить, то ли что. Дом. Дом. Большой дом. Бери все, что находишь. Ну, нету там на заднем сиденье ничего. Мне топливо. О, в этой тачке есть топливо. Опа. Изолента. Нахера? Вот вопрос. Блин, мне надо... Эту тоже, что ли, починить можно? Но у меня нет топлива. Опа, опачки. Спокойно. Смотрим, лишь бы здесь никто не выеживался. Давайте теперь, раз у нас место теперь дохера. Дом забитый этими. Так а сюда кто... Чего? А, это... Это заколотить окна, что ли? Тихо. Нет никого. Живые есть? О, топор. Топор это хорошо. Топор мы сразу варушку поставим. Опа. На всякий пожарный. Че будем по лицу бить? Ничего не валяется. О, я вижу, вижу, вижу ящички. Херово, тут пусто. И тут пусто. Опа. А ну. А, базовый лагерь, типа. Базовые настройки. Хотите сделать, активировать базу? Да. Хорош. Я базу активировал. Эй, ты чё опять там мне это, ноги? Опа, это что такое? Water контейнер, водяной контейнер. И как тобой пользоваться? Я думал, может, кока-колы в него залить. Но нет. Давай камушки возьмем. Мэ. Что за мы? А, это тебе переставлять можно? Да мне не надо. Так, а где моя машина, которую я чинил? Вот это? Опачки, листочек. Так, подождите, если что, это получается, я буду... Вот там чуваки какие-то бродят. Они ко... Они ко мне ночью не придут меня пинать. Бери камушки. Не знаю, для чего я пока собираю, но раз уж я немножко освободил инвентарь. А инвентарь-то я освободил. Что-то темнеет. Херово. Давай пособираем. Ну, только камней, конечно, я что-то набрал. А, 8 штук. Все, хватит. Камни больше не собираем. Еще здание. О, это надо. Сколько их у меня? 5 штук. Так, а мне 6 надо. И 10. Опа, Насович. Нет.
Тут машин, короче, починить. Опа, вот эту я не лутал, вроде бы. Машин столько, которые можно... Во, в этой есть топливо. Что за херня? Чего ее и починить нельзя? Или можно? Да тихо ты. А, подождите, давайте я в эту... Блин, но мне все равно колесо надо одно. Почему-то они не подсвечиваются вот так вот. Вот тут я вижу чувачка, который нарисован, что можно рулить. Блин, лишь бы сейчас... Хотя, я так понимаю, я здесь отметился, как эта база моя будет. То есть, если я помру... О, там целое озеро. Там что такое? А где мой пистолет? Фу, трактор. Можно на тракторе покататься? Нет? Не, не хочет. Ни хрена тут. Ух ты, целая база какая-то. Темнеет, нихера уже не видно толком. Это бревно. А хотя, давайте возьмем, что у меня там по месту. О, у меня место еще до хрена. О, тут можно еще машина болтать. Ай, не та кнопка. Нет, нихера там. Ху, хорош. О, тряпки. Ага, хер. Все, больше не лезет. Ой-ой-ой, я думал, сейчас зависнет и все. Так, листочки, а ну-ка, стопэ. Погнали, отнесем. Ёпа-мать! А ну, закрой. Да ладно, патроны. Так, как мне их взять? Пистолет. А можно сразу? Можно. Молоток. Можно? Можно. Красота. Вопрос. Чё куда выкинуть? Давайте мы на этой базе сделаем тоже склад. Дерево. Камня. И листочки. Мне листочки пока не нужны. Тут хав. Нет, хавчик мы в другой контейнер положим. Сюда. Так, еще одна. Давайте сюда переложим. Что тут можно? Вот тут инструменты. Движок. Так у меня был движок. Ну и хорошо, что есть новый. О, кстати, патроны надо забрать. Это какие 9 мм? Есть контакт. Полностью? Да, по ходу дела полностью все зарядил. Пусто. Опа! Рабочий стол. О, тут больше рецептов. А, вот нахера гвозди. Лярнер. Какая-то ткань, что ли? Это кожа животных. Спички. Ух ты! О, газ! Во, канистру можно сделать. Бутылка с водой. Да ладно, лук. Нож. А, вот зачем эти компоненты и металл. Огненная стрела. Это колчан, что ли? Колчан. Во. Лампочка. Охереть. Хорошо. Так, аккумулятор мне не нужен, у меня есть. А можно здесь как-то поселиться? Одежка. А ну. Эквипмент, да? Да, а куда? Нет. Футболка. Что-то звук такой, что... Колесо. Отлично. А нахер мне еще один топор? А ну я возьму на всякий пожарный. Что-то кто-то разговаривать начал.
О, 9-миллиметровые. Отлично. Так, а мне надо... Нет никого. Ну, если что, я буду стрелять. Хорошо. Кумаш. Вон еще какие-то здания. Охереть, тут можно побегать, полутать. Так, сейчас темень начнется. А мне нужно... Подождите, мне надо железо забрать. Не железо, а как оно? Металлолом. Лишь бы никто не выскочил. А то как выскочат, как выпрыгнут. Пойдут клочки по закоулочкам. Или же, блядь, медведь. Ну я... Где ты, тварь? Где ты кукарекаешь? Где-то... Так, где-то справа. Жопа тебе, тварина. В смысле? А ну, хавани вот это. А мы сейчас курицу возьмем. Целую. Ощипаем. Много будет перьев. Да? Хардвест, не знаю. Сейчас, подождите. Сейчас надо к машине. Еще где-то. А, вот она. И пошла она нахер. Патроны, патроны, патроны. А я что, все? Все патроны просрал? Ладно. Вот эту я тачку чиню. Но мне надо канистра. Канистра делается из железяк. Давай, колесико еще одно. Хорош. Лишь бы туман не пришел. Да. Но нет топлива, да, я так понимаю? Ты сейчас скажешь. Чего там? F. У, свет можно включать. Давайте выйдем. Так, стоп. У меня тут где-то должно было. Движок на всякий пожарный положим. Топор положим. Вот это мне надо. Вот это. А что еще надо было? Никто не помнит. Я не помню. Вот это сюда сложим. Можно. Хорошо, отлично. Хавчик. Хавчик нам не нужен. Курица, не знаю для чего. Курицу сюда положим. Все, да? А ну погнали, попробуем сделать. А, нет. Я знаю, что я сделаю. Я сейчас быстренько, быстренько добегаем до без... Твою мать, мне как-то лечиться надо. А ну стоп, подожди. Что со звуком? Пропадает как-то. Так, а у меня... Блин, я выложил. Подожди, мне надо были эти тряпки. Тряпки же ж нужны. А, блин, у меня нет такой херни. Ладно. Тогда быстренько прячемся в хату. Оттуда кто-то там разговаривает. Вот там где-то. Либо меня глючит. А, Фэй есть? Фонарик там, лайт. О, есть. В натуре. На L. Лайт есть. Ладно. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем до встречи в следующих выживаниях и в следующих прохождениях. Всем пока.